Я Уильям Дэвис, а это Джиллиан, она классная, это мои друзья. И завтра весь мир будет у наших ног. Удачи, мальчики! Уилл рассказал, что тебя взяли на работу в Джонсон и Джонсон. Уилл, наконец, получит постоянное место в журнале. Да! На работу прибыл. У нас нет для тебя работы. Не понял? У нас нет для тебя работы. Нас сократили. Я в заднице. Пожалуйста, не сдавайся. Мы получили около 1000 резюме на должность оператора. Я посмотрела твою страницу в Фейсбуке. Никто здесь не хочет, чтобы ты их отшлепал. Я хочу. Зараза, даже телек пришлось продать. Уилл, тебя берут! Стой! Вернись! Но учти, будет тест на наркотики. Тест будет? С вариантами выбора? Поздравляю. Мистер Уилхаймер, спасибо, что дали мне эту возможность. Мы всегда ищем новые таланты. Я не сдался, и у меня отличная новость. Меня уволили. Что? У меня долгов на 90 тысяч, и я потратила $279 на туфли. Найдешь другую работу. С нашей первой встречи я знал, что с тобой надо считаться. Где я теперь буду жить? Привет, соседка. Джиллиан, поговорим? Тихо, не мешай нам в ударе! Так, Джиллиан, ну-ка, не сдавайся! Фу. О, господи! Майлз Теллер, Анна Кендрик, Элисон Бри и Брайан Крэнстон. Мне 22 года, и я понятия не имею, чем буду заниматься в жизни. И это нормально! Охота на работу. Чарли взяли на работу. А, в Макдональдс или в Тако Белл? Школа учителя химии! Несу знания в массы. Скоро в кинотеатре. Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании.